Вытягиваем немножко, здесь движение на уходе. Входим и вот эту линию приводим партнера вниз. Заставляем его подтянуть сюда. Гайтен. А это зоб. Как вот мы на упражнении, шоманы идут несколько раз. Вот шоман. Шоман подсели. Шоман подсели. Шоман подсели. Для того, чтобы угол входа, так он такой же, как мы делали вот здесь. Это предплечье, а он должен быть направлен на партнера. Вот это. Вот эта часть. Вот сюда. И в этой форме то же самое. Мы выводим, и дальше мы предплечье партнера. Понятно? То есть вот эта часть, она определяет направление туда. Мы можем, ну, но в угол туда должен быть. То есть предплечье идет сюда и туда, но по линии только. Сами там поищите, как с углом. Предплечье не уводится в сторону. Мы также отходим, но теперь работает не эта рука, а вот эта. Вот. Чуть-чуть надо. Раз. Два. Назад. Отсюда, ну. Принимаем, мы уходим, закрываемся от атаки партнера. Тыми. Вот отсюда полкилогета такой же. Ничего? Нет. Можно уйти на там. Но сейчас лучше давайте. Кайтен и назад. Вход. Вход 90 градусов. Отвини. Тинкан, рим тинкан на 90. Вот мы делали вот эту форму. Сейчас самки. Я выложу партнёру. Раз. Я там 90 градусов руку поворачиваю. Вот. Отсюда я делаю тинкан. За голову. А ты имеешь тинкан на 180. Мы раньше, вот ты помнишь, мы делали больше 180 углов, да? Сейчас нет, 180. Но вот эта нога еще тенчинаши. Вот сюда идет. Вот по отношению к 180. И смотри, что получается. Он разворачивается, моя колено опускается ровно. Да, после я не стал. Тогда мы именно приходим без лишних шагов. Позицию. Вариантура мы делаем тинкан. Также вход сюда. Тинкан.
его движение ко мне сохраняется. Мы уходим в тимкан. То есть в случае, когда он двигается ко мне, это движение его будет естественно. Если он ко мне не двигается здесь, то есть он не двигается ко мне, то я вывожу, чтобы он не атаковал той рукой. Партнер подтягивает ногу, он двигается. Тимкан и движение вот сюда, партнер. Вот сюда увожу. Дальше он атакует, ко мне двигается. Очень важна работа партнера здесь. Тимкан. Работа руки. Смотрите. Раз, потянул ногу. Вот сюда. И я такую партнеру прохожу мимо. И удаляюсь. Раз. Два. И я такой. Важно, активность меняется. Атака, захват, работа тори, выведение, атака, как скину движение на партнера и катагаеш. Это уки работает. Это упражнение. Уже упражнение на базе этого же, этой формы. Мы делаем такой же вход. Кайте партнер проходит. То, что мы делали упражнение. Ну, здесь просто несколько элементов. Где? Раз, концовочка. Просто чтобы вы двигались, чтобы вы в движение попали. Попробуем. Я измену еще. Просто из вот из такой позиции. Из средней позиции мы также выводим. Yeah.